Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы сегодня снова видео на проекте Amazing Holy Play. Сегодня будет реально интересное видео, сегодня будет видосик про мой бизнес из СТО, который находится в Арзамасе. И сегодня мы просто сравним финку, получается, которая была 7 месяцев назад и которая сейчас. Сравним, больше она, либо меньше, и вообще расскажу, прибыльный бизнес мой или нет. Я думаю, вам это будет интересно, поэтому, кто не подписан, подписывайтесь на канал, потому что моя цель — добить до лета 20 тысяч подписчиков, и вы в этом мне можете помочь. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал и поставьте лайк на это видео. Набирайте 200 лайков, и выходит новая серия. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Все, желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, давайте вообще начнем с того, где находится мой бизнес. Я вообще вам докажу то, что это мой бизнес, возможно, кто-то не знает. Поэтому сейчас я вам все, в принципе, расскажу и покажу. И также расскажу про бонусы для моих подписчиков насчет бизнеса именно. Короче, пишем GPS, если вы не знаете, где бизнес находится. Выбираете 6-й пункт бизнеса, и здесь, получается, выбираете вот 5-й пункт СТО. И вот 33-й бизнес именно, Family Kirill Game, это мой бизнес, который находится в Арзамасе возле ТРК. Если кто-то не понимает, это недалеко от Рублевки Арзамаса. Короче, вот по GPS вы можете найти мой бизнес. Госцена у данного бизнеса 20 миллионов. Владелец вот я, Кирилл Путбуль. Вот здесь вы можете видеть, насколько он оплачен, сколько в нем количество продуктов там и так далее. В принципе, я думаю, это все понятно. Для моих подписчиков есть очень хороший бонус. Допустим, если у вас есть Magnum и вы хотите поставить на него, получается, бензобак, а бензобак стоит 5 миллионов, если вы поставите у меня в 100 бензобак, мне придет 1 миллион 250 тысяч. И я вам могу вернуть половину, то есть я могу вам вернуть 650 тысяч. Можете приезжать именно в мое СТО, я вам буду делать небольшую скидку. Да, конечно, 600 тысяч это не так уж и много, но я, пацаны, не виноват в том, что такая система получается на Амазинге. Мне с миллиона приходит 25%, то есть 250 тысяч. Поэтому можете посчитать то, что с 5 миллионов мне приходит 1 миллион 250 тысяч. К сожалению, полная сумма мне не приходит. Давайте, короче, теперь перейдем к финке. В принципе, я вам покажу сейчас финку, которая была когда-то, то есть 7 месяцев назад. Я записывал видео, и там я показывал финку и считал, сколько в месяц выходит. И сейчас я тоже посмотрел финку, посчитал все заново, и давайте, в принципе, посмотрим. Давайте начнем с финки, которая была, получается, 7 месяцев назад. Именно 7 месяцев назад я снимал видео про финку, и там показывал, сколько финка и сколько всего получилось за месяц. И за месяц получилось 31 392 673 рубля. Да, сумма довольно-таки немаленькая, в принципе, но вы должны, пацаны, еще учитывать то, что деньги уходят на продукты, то есть, допустим, 1000 продуктов это 88 тысяч. То есть, чтобы мне полностью, получается, зафурить мой бизнес, а у меня в бизнесе 10 тысяч продуктов, влазит, это мне нужно потратить почти миллион. Ну, я считаю, финка довольно-таки неплохая, но хочу заметить то, что вот этот скриншот, которая финка, я тогда деньги не возвращал за тюнинг, то есть тогда была чистая прибыль, и деньги уходили только на продукты. Вот у нас получается финка за январь, это 41 миллион 410 тысяч 524 рубля. Да, сумма побольше, чем получается была 7 месяцев назад. Прибыль на 10 миллионов больше сейчас, чем была до этого. Но, повторюсь, пацаны, раньше я скидки не делал, а сейчас я делаю скидки, поэтому убираем 10 миллионов, прибавляем к этому еще товары, и сейчас чистая финка в СТО где-то 25 миллионов. То есть именно чистая финка в СТО примерно 25 миллионов. То есть сейчас финка, можно сказать, даже такая же самая, которая была 7 месяцев назад. Потому что 7 месяцев назад финка была 31 миллион, и примерно 5 миллионов уходило на товары в месяц. И давайте сделаем, в принципе, какой-то итог. Но перед этим я хотел бы сказать вам очень большое спасибо. Большое спасибо всем тем, кто именно ездит по СТО, потому что для меня это реально очень важно. Вы очень сильно меня поддерживаете. И с помощью того, что вы ездите по СТО, я могу там снимать разные видео, допустим, про казино, разные тюнинг-проекты. Помните, как я снимал тачку на прокачку? Вот если вы будете ездить в СТО, и вы мне этим очень сильно будете помогать. Поэтому, у кого есть возможность, приезжайте именно в мое СТО. Кому не трудно, приезжайте именно ко мне. Я вам буду очень сильно благодарен. Вы у меня самый лучший, реально. На самом деле, мне очень нравится этот бизнес. Я всегда мечтал про СТО. Я думаю, все хотели себе когда-то этот бизнес. Я очень к нему стремился. Я держу этот бизнес уже около 10 месяцев. То есть, через 2 месяца будет год, как я держу этот бизнес. Я его продавать не собираюсь, хотя мне предлагали 350 миллионов. Конечно, у меня был соблазн его продать, типа,
типа, все-таки 350 миллионов, это намного больше, за сколько я его купил. Покупал, если что, этот бизнес за 150 миллионов. И мне месяц назад предлагали за него 350 миллионов, но я почему-то отказался. Не знаю почему, но просто даже если его продам, я за эти деньги не смогу купить хороший бизнес. Поэтому я этот бизнес продавать не хочу и надеюсь на то, что в глобальном обнулении у меня его не заберут. Потому что если меня его заберут, то я очень сильно расстроюсь на самом деле, потому что как бы мне просто вернуть деньги, за сколько я его купил. Мне просто вернуть 150 миллионов. Тем более, если заберут, получается, 100 в год, то, к сожалению, тачка на прокачку я не буду снимать. Я думаю, вы сами понимаете, почему. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока.